2009 елдың сентябрь айында Өфе қаласында Тамға есімі астында бірінші Асық Республика художествалы кейі фестивалі болып өтті. Оны Башқұртыстан мәдәниет һәм милли сәясәт министрлығының Республика халық ижады үйдәге Урал галереяһы Ақмолла есіміндәге Башқұрт дәүләт педагогия университеті ұйыштырды. Киев баҫыу эшен тергеҙеү 1990 йылдарҙа Башҡорт дәүләт педагогия институтының художество графика факультетында башлана. Студенттар башҡорт халҡының боронғо кәсебен киев баҫыуҙы өйрәнә. Яңы заман киевҙәре республиканың халыҡ һөнәрҙәре күргәҙмәләренә ҡуйыла. Халыҡ ижады үҙәгенең Урал галереяһы етәксеһе Кәримә Шәрип ҡыҙы Кайдалова оҫталарҙың эштәрен бергә туплай. Әбйәлил районында киев семинарҙары башлана. Университетта Киев музейі асыла. 2007 йылда бында Киев үҙәге булдырыла. Киев баҫыу курстары ойоштырыла. Ошо эштәрҙең башында танылған рәссам, Башҡорт дәүләт педагогия университетының художество графика факультеты деканы Тәлғәт Хәсән улы Мәсәлимов тора. В то время, когда мы говорили о войлоке, подразумевали валенки. Это же были 90-е годы. Вот многие какие-то запретные вещи возвращались. Соседи, соседки больше всего собирались и у кого-то дома и валяли белые войлоки. Я вот это вот очень отчетливо вспомнил. Даже помню то, что наносилось. Это было имя хозяйки, год, ну и писали иногда вот какие-то там пожелания, но вот по счастью всего, конечно, имя хозяйки и год на белом войлоке, черные такие вот линии. И в то время уже знали о фельдсевании. Мы говорим, как вот это вот новое веяние. А в то время вот эти вот надписи закрепляли на основе с помощью этих больших швейных игл. Хоматенас называется. Это было, конечно, мучительно, не как эти вот специальные иглы для фильцевания. Но вот это вот я вспомнил очень отчетливо. Ребят пришлось уговаривать. Они говорили, вот над нами будут смеяться, мы не будем, это несерьезно. Ну, в конце концов, вот они поддались и получились очень хорошие работы. И потом эти работы показывали на выставках. Вот потом уже каждый год по несколько работ уже получались. Вот в последнее время уже желающих много. Мы среди них уже делаем отбор. Мифтахеддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының художество графика факультетында бүген киев баҫыу буйынса махсус курс уҡытыла. Студенттар киев үҙәгендә был боронғо һөнәрҙең бөтә нескәлектәрен өйрәнә. Бик ябай туйылған іштің иң мүхім үзенсәліктәрін білә олар. Біріншінен, Киев көмәк көз талап иткән үме іші. Ол кішілерді бірләштірә һәм дуҫлаштыра. Икенсінен, Киев изге ой хистәр, матур йырмың, яҡты үміттәр менән илһамланып эшләнә. Киев саф һәм ихлас күңел менән баҫыла. Благодаря этой работе о войлоке у нас в республике знают все. Не как о валенках, а как о каких-то поделках. Но и, конечно, самое главное для нас – это о том, что из шерсти, используя эту технику, можно выполнять и различные полотна, и предметы домашнего обихода, уже внося в это дело какое-то образное решение, художественную ценность. Киевдің түркі халықтар дүниянда тұтқан орына ис кеткес дұр. Тәлғәт Хәсән улы Мәсәлимов һәм оның оқушылары Киев баҫыуҙың халықсан традицияларына негіҙләнеп эшләй. Был хаҡта улар һәр ваҡыт әйтеп үтә. Учебная работа, особенно в наше время, да, вот нелегкое время, и направление нашего искусства, культуры, она не может без серьезной основы, базы и теоретической, и особенно вот производственной. Без этого полноценного специалиста, высококвалифицированного, невозможно подготовить. Нас поддержало руководство университета, предоставляя новые площади для
новых специализаций, новых направлений. И центр Войлока, созданный в 2007 году, тоже стал возможен благодаря решению нашему и руководству университета. Киев үзәгендә эшләүче яшь рәссамдар халык һөнәренең төрле нескәлекләренә төшенә. Уның ысын мәгънәсендә милләт хазинасы булуына инана. Һәр дәрес һайын улар халкыбызны меңәр йылдар буе йылыткан был мөгъҗизәнең габайлыгын һәм бөеклеген, сәнгати һәм табигый кыйммәтләрен күрә. Мәсәлән, киевгә төрле төскә маналган гөндән бидәктәр халау электән таралган. Халык табигый буяулар эзләгән. Кесерткән япрактарын кайнатып, яшел буяу алгандар. Урман сәтләүге кабыгын кайнатып, куңыр төс табылган. Ялан мәге менән кына үләне кызгылт төс биргән. Куган кабыгы төнәтмәһе йөнгә кары буяу булып һеңгән. Мы сейчас находимся на таком уровне, когда уже технологию традиционную освоили очень многие, и наши выпускники, и вот эти республиканские семинары, проводимые, этому способствовали. Но теперь пора уже задуматься о качестве этой работы, о качестве работы, то есть о развитии, то есть внесение в эту работу художества, искусства. И на базе традиционных приемов, традиционных способов изготавливать вещи, окружающие нас уже вот, с новым содержанием. Мне кажется, вот это нам пока удается. Мы придерживаемся вот этих вот национальных традиций башкирских, именно вот, повторяю, башкирских, потому что это, можно сказать, универсальные приемы, позволяющие изготовить любые изделия, вещи, то, что нас окружает, то, будь то атрибуты искусства, домашнего обихода и так далее. Вот есть некоторые опасения того, что вот, как бы вот, среди особо многих таких вот желающих заниматься войлоком, так вот, может быть, не так много людей, которые стремятся вот к этому художеству. Педагогия университеты рәсем, черчение, халык һөнәрләре буенча республика олимпиадаларын ел һайын оештыра. Тарих, этнография, фольклор, тел гыйлеме кебек фәндәргә таянып, киев басу һөнәренә интекле тикшерү, баһалау менән гыйлеми эшләргә тотынырлык яшьләр дә бар. Башкорт дәүләт педагогия институты профессоры Эльза Хамит кызы Пурик киевнең тергезелүе хакында фәнни күзәтүләре менән уртаклаша. Күренекле башкорт галим-этнографтары Светлана Шитова менен Альмира Янбухтиналардың хезмәттәре яш галимдәргә өлгө һәм нигез булып тора. Мы, прежде всего, конечно, пытаемся сохранить то, что у нас было традиционно и где-то лежит глубоко в каждом из нас. Это народное искусство, вот башкирское народное искусство, которое ценится не только у нас, может быть, даже больше не у нас, а в других местах. Этим национальным приемом, образом придавать современное содержание. И вот это вот содержание мы пытаемся реализовать уже в других регионах, показываем вот на выставку. Thank you.
Мифтахидин Акмулла есімендегі Башқұрт дәулет педагогия университетінің кейіл үдегіндегі іштер Башқұртыстан халық саңғаты қаданыштары сегінде гене қалмай. Бүт әресей, әмсейт илдерді әлі күргізмелерді қойыла олар. Қазан қалағында өткен Түркі дүниола кейіл саңғаты өткені әм бүгінгіхі халық ара симпозиумында Башқұрт кейілдері әм кейіл басыл ұсталары бек ихлас қатнашты. Известно, что к концу первого тысячелетия до нашей эры на обширных пространствах евразийских степей протяженностью около 11 тысяч километров от Дуная на западе до Забайкалья и плато Ордос, северо-восточный Китай, на востоке сложились близкие культуры так называемого скифо-сибирского мира. Культурно-историческое единство, основу хозяйствования которого составляло экстенсивное кочевое скотоводство. Этот хозяйственно-культурный тип, по определению этнографов, предполагает разведение лошадей, мелкого и крупного рогатого скота, мясную и молочную пищу в качестве основы питания, отсутствие долговременных поселений, жизнь в переносных шатрах или кибитках, возможность масштабных и быстрых перемещений. Представительном симпозиуме, где собрались художники, мастера, педагоги, ученые, занимающиеся проблемами тюркской культуры, тюркского мира, присутствует довольно большая солидная делегация из Башкирии. Это чувствовалось не только в выступлениях, в докладах, но мы особенно это почувствовали, когда пришли в зал музея, национальную галерею, вернее, Хазина, где представлена выставка, конкурс работ волочных изделий, в том числе и из Башкирии. Ну, и вот даже по этой экспозиции видно, что этот утраченный, уже забытый вид искусства, войлоковаляне, пробудился в тюркском мире очень сильно, и у нас в Башкирии тоже. И вот особенно работа, которую представил коллектив педагогического института Талгат Хасанович Мусалимов и группа вот эта вот, это просто ошеломляет. Потому что мы с войлоком, а войлоки думали таким образом, что он способен отражать только орнаментальную традицию войлоковаляния. А вот Талгат Хасанович доказал, что войлок материал такой, таких громадных возможностей, что на этом языке можно о многом говорить и можно даже делать сюжетные композиции. Я, например, до сих пор в этом сомневалась, можно ли так. Но он доказал, что так может быть. Он замечательный художник. Он мастер, он это проявил, он сделал то, чего казалось бы невозможно. На этой выставке участвует работа наших студентов Уфимской государственной академии экономики и сервиса, при нем есть институт национальной культуры, где вот я как раз занимаюсь проблемами декоративного искусства. Мы привезли тоже с собой экспозицию, не такую мощную, как пединститут, но тем не менее значительную. Они у нас представили несколько витрин, в данном случае здесь. Вот эти наши работы. Мы, так сказать, таким образом, тоже погружены вот, в проблемы этой культуры. В деревнях есть мастера, которые сохранили технику. Но они уже не знают, там, не помнят орнамент, их символику, систему построения. Многое они уже не знают. Студенты пединститута приехали со своими знаниями, книжными знаниями, в деревню, к мастерам, а они знают технологии. Вот соединение технологии мастерами и орнаментальной культурой вот, студентов дали удивительный синтез. Получилось, что вот первый проделанный опыт художниками молодыми по войлоку, он получился удачным, это было в 2000 году, а теперь это развивается. У нас войлок теперь развивается очень сильно. Я привез на свою выставку сувенирно-войлочные изделия, вот, в основном, и две работы панно, то есть одна из которых праздник на дальнем фоне, и Урал-Батыр. Mm-hmm. Вот.
Ну, как бы в моих работах сувенирных больше знаковость некая происходит. То есть я взял тюркские тенденции тюркских народов и как бы вот взял их знаковость, взял их орнамент и немножко в современности отразил все это. Вот, представлены сумки две, там тюбетейки, вот хорошие, кстати, как оберег, амулет, то есть пытался как бы показать, как могут в древности такие изделия тоже сделать. Вот. У меня есть замечательные бусы, которые там тоже с кулоном есть, обычные. Я отошел от знаковости, а не применением изображения. Вот это дает большой толчок. То есть это сочетание старых традиций с новым временем, вот мне кажется, это главная задача. Башкорт художество киевдәре был вакиганың уртаһында булды. Уларды ижад итүчеләр киевдә тергедүдең заман саяктарын раслаган күргәзмәнең төп хужалары булды. Нас, как художников, интересует продолжение развития этого материала, войлока, именно и как традиционного, и современного в плане развития на будущее. Вот. И поэтому очень рады здесь быть и показывать свои работы, вот, и смотреть, как работают другие художники. Это дает и нам дальнейшее развитие, то есть понимание, к чему стремиться. Вот. Поэтому очень радостно и благодарна, что нас пригласили. Хорошо, что это дерево, которое здесь вот на фоне стоит, мы смогли привезти, выставить его, потому что он как бы был и задумана эта работа для того, чтобы его показывать в разных городах. Объемный объект, арт-объект, вот, если про дерево продолжить, которое воплощает несколько техник войлока, то есть мы пытались раскрыть именно пластические свойства войлока в объеме. Вот. Я со стороны Екатеринбурга, хотела бы очень поблагодарить всех организаторов, все, что здесь прошло. Мне кажется, здесь поставлены впервые, по крайней мере, в России, вот, поскольку я уже везде езжу и участвую в выставках, очень актуальные вопросы, потому что развитие войлока происходит повсеместно во всем мире, но, ну, можно сказать, все-таки каждый в свою сторону. И вот не было такого сообщества, где бы собрались такое количество единомышленников и начали разговор об одном, делясь опытом, и на таком уровне причем. То есть здесь и уровень ученых, настоящих ученых, которые заняты этим вопросом, и практиков, художников, педагогов. То есть я думаю, обязательно должны быть какие-то очень большие плоды этого симпозиума. Наверняка и войлок выходит на достойный, хороший уровень, и перерастает из народного в профессиональное искусство, но сохранить вот народное, потому что то, которое народное вот сейчас есть, оно не актуально становится, поэтому современный человек его не воспринимает. И должно быть какое-то некоторое перерождение с целью сохранения народных истоков. Мин 5 ел шүгәләнәмен кейіп менән, күммен алған бақытында. Иң бірінсі менің ішім неменен башланды. Ол зина болжы менің аяқ кейім менің шүгәләнәмен шүгәләнәмен. Шыны мен Мәскәуге бұл іштәрі бойынса семинарында үйрәндім ішлерге. Анда-анда бірдің тігі оқытушылар үсін, өсмірлер үсін шынды практик семинар болды. Шында біз мені оқытушылары кейіп бақырға несік тапычық үшілерге үйреттілер бітінді. Шында енді мен кейіпге ашық болдым. Кейіпдің ішіне, кейіпдің бүті яқтарына енді ол мені еліп етті. Мен аңа несік енді ұсын үйректен қазір мұна кейіп менің тұрмышымды Әй, бедәусілі, ижат етірге. Ол менің өзімді несіктір асып еверді. Менің бұта яқтанды тіғайды болайын. Шоу, анда неме қақландырды?
Бына үсмерлерді өткенде кейдіге, олар бит үсәлер, олар қыздары, аяқлары, бітті көвдәләрі түрлі аққа өсіп, өзәрін кейд басқанда, шын вақытта оларға бек мүккәрі күшіліш, олар өзәрін әуелейдер, өзәрін матурлайдар, өзәрін несіктір гармонияға кетірәлер деп әйтірге, шын вақытта мені балаға әлбетті әніқ үсмірдерге кәрек. Тәлғәт Хәсән улы Мәсәлимов етәкселегендә килгән Башкортстан кейеҙ оҫталары Ҡазан ҡалаһының Хазина милли галереяһы залында кейеҙ тирмә ҡуйҙы. Ул Башҡорт дәүләт педагогия университетының кейеҙ үҙәгендә баҫылған кейеҙҙәрҙән ҡоролдо. Тирмә эсе башҡорт аҫалы балаҫы, уҡ ҡаҙағы, думбыраһы һәм ҡурайы менән биҙәлде. Тирмә алдында Стәрелтамаҡ педагогия колледжының художество графика бүлеге уҡыусылары арт-дизайн студияһында ижад иткән кейеҙ кейемдәр ҡуйылды. Уларҙың башҡорт эпостарына нигеҙләнгән йөкмәткеһе, күркәмлеге иң юғары кимәлдәге күргәҙмәләрҙең, симпозиумдарҙың мәртәбәһен арттырырлыҡ. Обществу нужны сейчас люди талантливые, предприимчивые, профессионально компетентные. Поэтому студенты нашего Стратомасского педагогического колледжа заинтересованы в принципе получении знаний, которые им необходимо будет для успешной интеграции в социум. Поэтому, в общем-то, мы организовали вот такую творческую лабораторию по войлоку в 2006 году. Войлоки, выполненные студентами в этой творческой лаборатории, из прошлого в будущее, мудрость, вот, игрушки различного, так скажем, уровня, костюмы, они на 11-й зональной выставке студенческих работ Урала, Сибири, Дальнего Востока в 2008 году были, в общем-то, удостоены диплома первой степени. Это был первый, наверное, наш вот такой большой успех войлоковаляния и фильсования. Ну и, конечно же, так как мы педагогический колледж, естественно, мы используем технологии еще и педагогические. Поэтому творческая лаборатория работает методом проектов, который успешно продемонстрировала наша студентка на российском конкурсе педагогического мастерства по специальности изобразительное искусство черчения. Там, в общем-то, она дала урок именно по проектной технологии и выполнила с ребятишками 4 великолепных художественных войлока. Бекбулатова Маргарита, студентка 4 курса. Естественно, конечно же, наши студенты побывали в Бурангулово на республиканском народном празднике Шажире Башкирского войлока «Ступай на белый войлок». Они выполняли вместе с художниками из города Стерлитамака войлоки для юрты, предназначенной роду Тангаур. В общем-то, был очень короткий промежуток времени. Студент выполнил столько войлоков. В общем-то, я даже удивилась, насколько плодотворно они у нас работали. И, естественно, они там получили огромный опыт именно войлоковаляния, фильцевания. И все студенты, которые там побывали, понятное дело, что сейчас выполняют дипломную работу в этой технике. Также на нашем художественно-графическом отделении работает еще одна творческая лаборатория «Арт-дизайн», где наши студенты занимаются изготовлением эксклюзивных коллекций. Работы студентов участвовали в самых различных конкурсах и фестивалях, как республиканских, так и российских, и, естественно, были дипломированы. Вот сегодня на этой выставке мы представляем фрагмент нашей новой работы, коллекция «Философия степей». «Философия степей». «Философия степей». Эксклюзивность данной коллекции заключается в том, что каждый костюм – это художественный образ животного тотема. Каждая башкирская женщина в прошлом обладала искусством изготовления одежды. Национальная одежда всегда была очень декоративной. В данной коллекции, в данных костюмах, мы применили войлоки, изготовленные в технике как самой древней войлоковаляния, так и в современной технике фильцевания. Вот у нас Нонна Михайловна дизайнер по костюмам. Естественно, когда мы решили, что это будет связано с войлоком, мы в основном изучали войлоки, были, будем так говорить, именно по войлоковалянию. То есть, в общем-то, одежда была из цельных полотен, войлока. Вот. А мы решили немножко разнообразить. То есть у нас здесь как раз вот есть войлоковаляние, то есть мы катали войлоки готовые, из них, в общем-то, какие-то элементы костюмов вырезали, и было фильцевание. То есть, в общем-то, получается, мы к льняной ткани, мы прикрепляли волокна шерсти, а потом, в общем-то, когда фильцеванием все это закончилось, мы уже потом опять их валяли. Вот. Спасибо. Поэтому тут уже современные технологии как бы пошли. Эксклюзивность любой коллекции, любого костюма, она в самом дизайне звучит. Вот, допустим, костюм предназначен как бы по тотему лошадь.
Вот посмотрите, вроде бы голова лошади, она, в общем-то, понятна. А вот ее пошла грива. Это же уже элемент костюма, и она продолжается сзади. И, в общем-то, головной убор, он тоже, в принципе, как бы в совокупности вот этот образ лошади и создает. Или вот, допустим, у нас волк. То же самое. Вот очень интересная у волка накидка. Вот посмотрите, как она сзади, можно, в общем-то, тоже посмотреть. Она такая именно в виде накидки. Кажется, что вот он вроде бы и сердитый, суровый волк, и в то же время получается образ такой интересный, заманчивый. И при этом, конечно же, элементы башкирского костюма. То есть мы обязательно хотели связать и современное, и в то же время истинно башкирские наши истоки. Поэтому элементы, конечно, здесь выполнены в целях аппликации. Тут вышивка тамбурным шоншерстными нитями. Это уже чисто башкирский орнамент. Прежде чем составить эскизы к этим костюмам, нами была изучена литература о тотемах, была изучена литература о одежде национальной башкирской, конечно же. Но потом, естественно, в сотрудничестве с Верой Николаевной мы, значит, прочувствовали войлок, что это за материал, и включили в свою работу фрагменты. Mm-hmm. Вот. Как ощущают себя в них вот молодые наши девушки? Наша молодежь, наши студенты, наши девушки с удовольствием одевают эти костюмы, с удовольствием их демонстрируют. И у нас на художественно-графическом отделении счастлива та девушка, которой мы предоставляем возможность продемонстрировать на фестивале, на конкурсе этот костюм. Затрагивая историю, несколько слов. Не говоря о кукмаре, нельзя говорить об этих детях и о вылоке. Кукмар на сегодняшний день является крупнейшим производителем валено-войлочной обуви. Более 1,5 миллиона пар. И, конечно же, если такое производство есть, у него было прошлое, то есть с чего все начиналось. Уже вот в течение 200-300 лет очень много населения кукмара занимается катанием валенок, то есть делают самокатные валенки. В середине 19 столетия это перешло уже производство. Братья Комаровы начали производить фабричным образом валенки. И мы постарались не оставаться в стороне. И в конце 90-х годов решили работать с этим прекрасным материалом, так как материалы в кукмаре в избыток, лишь бы были рабочие руки, познакомили детей с техникой работы. И начали, конечно же, мы прежде всего начали с декорирования самокатных валенок. Вот эти валенки мы закупали участников, сами мы в школе не валяем, потому что это очень сложные технологии и работают с кислотой, поэтому с детьми мы не стараемся работать. Декорируем валенок, начали с различных техники. Вот здесь вы видите техника тамбурный шов. То есть это русские орнаменты, татарские орнаменты, угурские орнаменты. В основном те орнаменты тех народов, которые проживают в нашем поселке. Потому что дети разных национальностей обучаются у нас в поселке. И они вышивают своими орнаментами. И когда они вышивают, конечно же, изучают эти орнаменты. Изучают культуру свою, историю своего народа, историю развития валеновойлочного производства. Наряду с выпуском валенок, кукмарский валено-войлочный комбинат еще выпускает войлок очень высокого качества.